Спасибо. Здравствуйте, уважаемые родители, гости. Вы из приветственного слова Евгении Петровны и из презентации увидели, насколько интересно, творчески и полезно учиться именно в нашей школе. Поэтому я вас всех приглашаю в школу номер 120 пока еще. Вот. И на следующий учебный год мы рады вместе с вами начать новую творческую интересную жизнь для ваших детишек. Я надеюсь, что вы не измените решение. И с 1 сентября мы увидим в стенах нашей школы всех вас и ваших детей. Вторая такая информационная вещь – это буклетики, которые вам раздала Евгения Петровна при входе вместе с педагогами. Там есть сайт нашей школы. Сайт начальной школы kids120.ru. Да. Кроме этого сайта есть еще сайт официальной школы 120. Набираете информационную строчку в любом поисковой системе, официальный сайт школы 120, и получаете информацию. Информация есть о системе работы, о наших традиционных делах, о мероприятиях, праздниках, об администрации и так далее. То есть полная информация. Но я хотел бы сейчас прорекламировать еще один сайт. Вот многие из вас сейчас держат камеры, и направлены они на съемку наших мероприятий, на запись той информации, о которой вам говорят. У нас есть еще один сайт, и его поддерживает и ведет председатель нашего родительского комитета и председатель управляющего совета школы, я вам его представляю, Торобров Андрей Анатольевич. Сайт Андрея Анатольевича на Фейсбуке, правильно я говорю? Страничка после любого мероприятия. Андрей Анатольевич настолько оперативно и деятельно относится к школе и к тому материалу, который он снимает. На следующий же день выкладывается вся информация и даже видео. Видео, фотографии, поэтому вы можете найти там и выступления наших детей после конкурса военной песни, и игры на Масленице, и выступление семьи Черных, которая сейчас перед вами была только на новогоднем представлении. Там все есть. Главное – захотеть и найти эту информацию. Под утро выкладывается. Большое спасибо, что мы с вами здесь, в этом зале. И я надеюсь, все у нас с вами получится. Всего доброго. Дальше я хочу вам предоставить, вы все знаете Юлию Юрьевну Назерцалову, многие из вас знают. Значит, можно будет после всего подойти к ней, записаться в прогимназию, если есть такие желающие. Я знаю, что такие есть. Также поговорить с Ириной Алексеевной, это наш психолог, который занимается еще и проектной деятельностью, и посмотреть и узнать, что это такое и как, потому что вам не избежать этого. А также сейчас хочу познакомить с учителями. Значит, родительское собрание у нас уже с классами, которые будут проводить учителя. Все запишите, пожалуйста, будет 21 мая. Будет обязательно это написано на сайте. Но на всякий случай запишите в 18:00. Итак, Янина Татьяна Викторовна, будьте любезны, пожалуйста, сюда. Это тот самый учитель, про которого я говорила, который пришел из 26-й школы, будет преподавать и вести у нас первый класс Б. Дальше у нас Зубкова Анна Владимировна, которая будет вести первый класс А. И Подкорина Светлана Вячеславовна, которая будет вести первый класс Б. Давайте им поаплодируем. Замечательные учителя первой и высшей категории. И я думаю, вашим детям очень повезло. Итак, заканчиваю наше сегодня выступление. Мне хочется вам пожелать удачи, успехов. Кто принес какие-то документы, пожалуйста, Юлии Юрьевне. И запись про гимназию тоже сюда. И пообщаться с учителями. Вот, они у нас очень приветливые, любезные, всегда ответят на все вопросы. Удачи вам!